Джеймс Легрос. Что? Да дай же мне с ней поговорить. Стой. И Натан Гэмбл. Подожди секунду. Тогда просто скажи, что все в порядке. В фильме «Сухой дождь». Я в порядке, мама. Я не услышал, Трейси. Скажи еще раз, повтори. Ну? Но ты должна мне? Но я жил с тобой, ты должна мне за это. Что? What? Что? What? Что ты говоришь? Джоуи, уйди с дороги. Вирга. Что? Вирга, так это называется, когда дождь не достигает земли. Это просто сухой дождь. Чертовски депрессивная. Так что мама сказала? Да откуда мне знать? Разве что услышишь за твоим верещанием. Может, я вообще номером ошибся. Так что она сказала? Ты мне что-то не сказал. У тебя что-то с ушами. Плоховато слышишь от переизбытка мозга? Я все слышу. Да? Да. Да ты что? Пошли, поедем. Как думаешь, что они тут едят? Траву. Траву. Люди едят траву. Если настолько голодны. Мы богаты. Что? Эй, убери это. Вы тут принимаете американские деньги? Это тоже Америка. Штаты? Конечно, сплошь, вокруг. Но обмен. Что? У него сегодня большой день. Бургер. А мальчик? Мы поделим. Полегче. Мама может не понять всего этого. Мама может поднять полицию за нами. Вот поэтому надо быть сдержаннее, а тебе перестать сходить с ума. Так что ты там говоришь? Попугай. Хреново, Майна. Прости. Я позвоню после обеда. Постараюсь найти телефонную будку, не установленную лично Томасом Эдисоном. Александр Грэм Белл. Александр Грэм Белл. Он изобрел телефон. Да хоть кто. Что-нибудь еще? Вода бесплатна. Спасибо. И сколько же мне от тебя достанется? Я же сказал тебе, не надо так, Джоуи. Пап, ты едешь в Монтану. Ждешь меня под школой. Завозишь нас в Канаду. Ты никогда не звонишь маме. Ешь бургер. Я люблю сыр. Неслыханно. Официантка. Девушка. Он хотел бы себе сыром. Только наполовину? У него каникулы. Что-нибудь еще? Плавленый? Как гангстеры. Мама меня убила бы за это. Только полегче, пока конные нас не окружили. Что? Могут. Я позвоню. Насчет денег?
надо ограбить банк. Ты как там живешь, в том большом доме? В большом небе, Монтане. Дом такой большой, что можно подумать, что тебе нужна карта, чтобы найти выход. Ты обнес дом? Я наблюдал за тобой. Видел, как ты идешь в школу. Ты следил за мной? Так тебе нравится жить в твоем дворце? Нравится там, Трейси? Ну ты понял, твой новый юрист. Он с тобой нормально обращается? Нормально. Не так плохо, как ты думаешь. Чего ты взял, что я думаю плохо? Ты ненавидишь юристов. Мы в Канаде, пап. И звоним за выкуп. Так, черт побери, Джои. Я же сказал тебе, я не похищал тебя. Это не так. В смысле, ты мой ребенок. Ты даже о посещениях не думал, пап. Да, о них только одни юристы думают. Юристы и полицейские. Да, одно и то же. Ты когда-нибудь играл со смолой, когда она пузырится на солнце? Что еще за пузыри? В смоле, знаешь, ты ее давишь, пока в ней не поймается пузырь, и тогда он взрывается, как миниатюрный вулкан. Или нет? Ну, хватит рассиживаться. Как думаешь, Коней действительно носит такие нелепые красные костюмы? Понятия не имею. Сто тысяч, не меньше. Я же того стою, да? Ты не похищен, господи. Тогда вези меня домой. Ничего, что мы на каникулах. Хочешь знать, что ФБР думает по этому поводу? Эй, Трейс. Каждый звонок записывается. Какого черта ты делаешь в Канаде? Я просто хочу то, что мне причитается. Причитается? За что? За ребенка? Каникулы-то не дешевые. Ты не гонишь? Нет? Слушай, Трейси, нам не хватает денег до дома. Ты же не звонила полицейским. В смысле, ФБР. Просто верни его, подумай о нем, нужен. Нам весело, мам. А он не нарадуется. Ради бога, Стил. В смысле, он правда. Ты бы его видела. Это все, что я хочу. Я тоже. Верни его и закончим, Стил. Но клянусь богом, еще один такой финт. Да ладно, погоди. Трейс, я не вчера родился. Это око за око. Что? Давай, парень, потопали. Он обслеживает звонки. Они уже рядом? Когда-то было не так. Каникулы, Джоуи. Они не отслеживают звонки на каникулах. Пап. Алло. Да-да, я знаю. Ты этого просто не понимаешь. Так объясни мне. Да я и сам не понимаю. Хорошо тут. Хорошо пахнет. Это хвойные. Сосна, ель, пихта, цуга, кедр. Пахнет каким-то дезодорантом для машин. Как тебе такое? Живешь в месте, где пахнет огромной новогодней елкой, свисающей с твоей панели. Где ты теперь живешь, пап? Почти там же, где мы жили.
пустыне? На краю. И никогда так не пахнет? Нет. Так, нет. Ты хоть иногда скучаешь по Аризоне? Мама называет это бедрок. Бедрок? Да, как в Флинстоунах. Класс. Вся наша жизнь превратилась в мультяшку. Тебе уже 10? Почти. Ну и что ты себе думаешь? Ты о чем? Ну, еду через всю Канаду с причухнутым гением. Я пытаюсь все время для себя разобраться. Я не во всем умный. Да, конечно. Та школа, в которую ты ходишь, фабрика гениев. Школа? Чувак, твоя мама и я, у нас были размолвки насчет этого. Знаешь, я хотел бы, чтобы ты был просто нормальным ребенком. А она была типа «ускорить то, ускорить все». Помню, это был первый день. Ты вернулся со своих специальных уроков. И, не знаю, 6 тебе тогда было. И ты сказал нам, что ты ушел. Понимаешь? Взял и ушел. И сказал, что это должно быть ускоренным, а не чрезмерным. Я чуть со смеха не лопнул, но твоя мама, она тебя развернула и отправила на следующий день обратно. Это было не так уж и плохо. Да, но ты определенно мозг всей этой тут операции. Так что ты думаешь? Мама не даст тебе за меня денег. Эх, Джоуи. Мне нужны деньги. Тут уж не до смеха. Но я взял тебя не поэтому, а чтобы показать ей, понимаешь, что она сделала со мной. Ты хотя бы пытался быть со мной, добиться посещений? Не тогда. Я не мог. Я хотел. Я жил с тобой. Ты должна мне за это. О, не надо. Хочешь со мной в Аризону? Мы голодаем, пап. Мы можем есть траву? В Аризоне нет травы. Поля для гольфа? Не позволят они нам. Не подумал. Никак травы не поесть. Ты хочешь, чтобы я отвез тебя домой, к маме? Там я живу теперь. Я уломаю маму дать тебе денег. Оставайся в машине, Джоуи. Я серьезно.
Что она сказала? Что ты сказал? Что вы решили? Что ты делаешь, пап? Граница 500 метров. Я тебя, правда, не похищал, Джоуи. Я только хотел показать ей. Только показать ей? Не в этом дело. Я еду с тобой, Джоуи. Я не могу пересечь границу здесь. Каникулы, пап. Они не перекрывают границы на каникулы. Да, но, может, твоя мама недопоняла. Да, может. Мама едет. Она подберет тебя здесь. Она скоро должна быть. Она везет деньги? Не, не думаю. Я тебе пришлю немного. У тебя есть адрес? Я напишу. Я тебе дам знать. Пап, ты никогда не пишешь. Теперь буду. Ради денег? Нет. Так, расскажи мне об этом дожде. Вертиго. Сухой дождь, пап. Вертиго – это нечто совсем другое. Может, мама разрешит тебе приехать ко мне в гости в Аризону? Мама? Да, не думаю. Ну? Ждать недолго. Сказала, едет. Она правда звонила в полицию насчет нас? Я не знаю, сказала, что да. Она может. Да. Ну, ты лучше иди тогда, пока конные не добрались. Эй, смотри, смотри сюда. Круто! Можно целые куски раскатывать веревку. Зачем? Ну, не знаю. Гоняться за людьми с ней, может быть. За кем мне гоняться? Ну, за своими друзьями. Мама меня бы убила за игры на улице. Возвращайся на следующие каникулы, пап. Обязательно. Эй, Джоуи, почему бы тебе не поехать со мной в Аризону сейчас? Может быть, мы могли бы что-нибудь придумать. Я очень хочу поиграться с малой до твоего возвращения, пап.
Я разберусь, как. Обязательно. Вирго! Так это называется, Джоуи. В ролях Джеймс Легрос, Натан Гэмбл, Джоди Харвуд. Режиссер Мэтью Джеймс Кларк. Производство США.